стало известно, в каких условиях проживает экс-теща Иосифа Пригожина. 3 года назад экс-супруге Иосифа Пригожина понадобились деньги на расширение бизнеса. Тогда Елена обратилась к услугам частной компании за микрозаймом. Сперва дела шли хорошо, но вскоре женщина вместе с детьми и пожилой мамой осталась без имущества. Как выяснилось, Елена взяла крупную сумму денег под залог 2 квартир, которые после развода ей и детям оставил Иосиф Пригожин. Женщина хотела помочь молодому избраннику открыть собственный бизнес. Однако все пошло не по плану. Также Елена заложила еще 1 квартиру, которая принадлежала ее 80-летней маме. Теперь же первая теща Пригожина вынуждена жить в летнем доме в Подмосковье и еле-еле сводить концы с концами. По словам пенсионерки, жилище совсем не отапливается, и она вынуждена спать под электрической простыней. «Я ее сначала нагрею, а потом ложусь. В сентябре здесь уже очень холодно. Теперь у меня нет прописки. Я бомж. Неизвестно, как дальше буду жить», – заявила Светлана Соколова, отметив, что поблизости нет не только больниц и аптек, но и продуктовых магазинов. Экс-жена Иосифа Игоревича призналась, она совершила ошибку, обратившись к черным риэлторам. По словам Елены, она совсем не думала, что может оставить и себя, и родных без крыши над головой.